Привет, я Оксана Кравцова, и у меня есть 50 вопросов, а у нашего героя только 300 секунд на их ответы. Привет! Добрый день! Ты знаешь наши правила? Да. Тебе нужно за 300 секунд ответить на 50 вопросов, то есть 5 минут. Ну ты уже тянешь время. Так, начали! Какой самый лучший промоушен в России? Fight Night. Вы считаете себя красивым? Да. На что вам не хватает силы воли? Не знаю, на все хватает. А когда в последний раз вам приходилось драться вне бойцовского ковра? Не помню. Вы готовы рекламировать за большие деньги алкоголь? Ну, все зависит от ситуации. Вы согласны с Шлеменко по поводу алкоголя? Вот этого конфликта? Я не так категорично к нему отношусь, но не поддерживаю, конечно, пропаганду алкоголя. Ага. А почему перешли именно в Fight Night, а не в другую какую-то промоторскую компанию? Звезды так сошлись. Так. С кем бы вам хотелось провести бой, независимо от промоушена? С Даниэлем Кормье. Бой, бокс или смешанное единоборство? Смешанное единоборство. Что вам больше нравится, треугольник или трапеция? Трапеция. Владимир Минеев или Магомед Исмаилов? Владимир Исмаилов. Какой самый большой гонорар у вас был? За бой с Мальдонадо. Какой самый маленький гонорар? $100 или бесплатно. Да? Ну, было всякое. Спортсмен без тренера может состояться? Только исключительный случай. Что для вас абсолютное счастье? Когда близкие счастливы и здоровы. За что можно умереть? За родных. Сколько вы заработали за бой с Мальдонадо? Несколько миллионов рублей. Зачем вы ударили Мальдонадо в пах? Я целился в ногу. В ногу? А получилось? Ну, он так подвернулся. Какое из последних событий вас заставило плакать? Ну, трагедия в Кемерово. Какой реванш вы хотели бы провести в своей жизни? С Овенсом Сенпру и с Мишей Циркуновым. Хабиб Нурмагомедов или Конор? Хабиб. Кто лучше, независимо от весовых категорий в промоушене Fight Night? Себя можно звать? Можно. Виталий Минаков. Что вы ненавидите в себе? Лень. Почему наши российские бойцы все чаще выходят под рэп, чем под русские народные? Культура так движется. Вы согласны, что как только чеченец перестанет танцевать лезгинку и начнет танцевать хип-хоп, он перестанет быть чеченцем? Я не знаю. Кто из борцов является для вас примером? Не знаю. Вы ушли из UFC. Вы вернетесь? Да, скорее всего. За что можно ударить женщину? Не знаю. За что. Баста или Надежда Кадышева? Баста. Продолжите фразу. Вера для меня это? Пропустим вопрос. Ну, сложно сформулировать без этого. Вы давали в жизни взятки? Да. Для вас важно, что думают окружающие о вас? Это чувство мне от деда досталось, но я борюсь это. Великий русский полководец кто? Я не знаю даже, как все, наверное, которые вошли в историю, они великие, поэтому мне сложно. Опишите себя тремя словами. Тремя. Смелый. Высокий, тяжелый брюнет. Кто насмотрелся бразильских сериалов в вашем последнем бою? Бразильцы. Почему вы отдаете голову? Фишка моя. Сколько вы максимально гоняли вес? 10 килограмм. Самый трудный бой? Первый бой в UFC. Продолжите фразу. Конкурировать с тренером по борьбе может только тренер? Главный тренер. Магомед Исмаилов вам завидует, что вы его победили?
Я Магомеда Исмаила? Нет, я прочитала. Такого не было. Нигде, мы с ним только забиваемся побороться в последнее время, никак не увидимся. А вам не снится Владимир Мищенко? Я думал, будет Минеев. Нет? Мне Минеев тоже не снится. Вы умеете проигрывать вот так вот, в жизни и на ковре? Крайне не люблю это делать. Ну, конечно, могу принимать любой исход. Самое обидное поражение? Мищенко, наверное. Ваше сильное место? Ноги. А слабые? Пах. Какая часть женского тела самая привлекательная? Их очень много. Это тоже сложный вопрос для меня. Вы часто врете? Нет. На какой машине вы ездите? Audi Q7. Когда закончится война между братскими народами России и Украины? Да, война ведется, как по мне, между другими народами, но когда закончится то, что там происходит, не знаю. Что выше, милосердие или справедливость? Сложно ответить. Как вы сделали предложение своей жене? Вы с ней не расписаны. Ну, это такие личные моменты. Или временные. В каком случае мужчину можно считать героем? Когда о нем помнят долгое время. За что вам стыдно перед родителями? За свой переходный возраст. А перед женой? За него. Вам понравилось интервью? Да.